Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский. Вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Главный приз – 300 тысяч рублей. Ну а лучшую песню я включу в свой новый альбом и исполню на большом сольном концерте 18 октября в Крокус-Сити-Холле. В сегодняшнем выпуске принимает участие песня, которую написала участница проекта «Народный махор», финалистка, красавица Марина Селиванова. Песня называется «Друзья». И сейчас для вас ее исполню. Поехали! Как редко мы находим время увидеться, обняться, посидеть. И эти лучшие мгновения на фотоснимках ярких разглядеть. Душой и сердцем отдыхаем. Ну что ж, сейчас мы и посмотрим, сколько у Марины Селивановой друзей. Обязательно ставьте лайки, делайте перепосты и комментируйте, потому что очень важно знать ваше мнение. А если вы автор песен, то обязательно присылайте их на мою почту hitsobakamahor.ru. Причем в любом жанре я все обязательно послушаю, а лучшую исполню в этом проекте. И до следующей недели, пока! Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Главный приз у нас 300 тысяч рублей. Ну а лучшие песни я включу в свой альбом и исполню на большом сольном концерте 18 октября в Крокус-Сити-Холле. Ну, если, конечно же, все будет хорошо и вся эта ситуация с эпидемией пройдет. Но я верю, что это все в скором времени пройдет. В сегодняшнем выпуске принимает участие песня всем известного нашего давнего друга по проекту «Народный махор», финалиста этого проекта
красавчика Германа Гусева. Он написал текст, а музыку написал Ростислав Галаган. Песня о моей малой родине, о острове Сахалин. Даже есть строчки про мой родной маленький городок Шахтерск. И в связи с этим я решил эту песню исполнить не один, а вместе со своим родным братом Валерием. Валер, готов исполнять? Да, конечно, готов. Еще как, потому что песня про наш с тобой остров не твой, а наш с тобой остров. Валера тоже там родился и вырос. Поэтому поехали. Берем микрофоны. Как много мы мотаемся по свету, по необъятной родине своей, наматывая жизни километры, мы выбираем множество путей. И до конца еще не понимая, что ждет меня, я к будущему мчусь. При этом никогда не забываю, что, может быть, на Сахалин вернусь. Сахалин, Москва, рейс в порту объявляют. Сахалин, Москва, пристегнули ремни. Сахалин, Москва, я опять улетаю из далеких мест, где когда-то росли. Сахалин, Москва, рейс в порту объявляют. Сахалин, Москва, пристегнули ремни. Остров мой родной, я тебя покидаю. Я к тебе вернусь, ты меня только жди. Москва меня встречает, здесь жизнь уже устроена давно. Теперь я словно гость туда летаю, все происходит будто бы в кино. О чем мечтал, я многого добился, теперь всегда со мной моя семья. Сахалин, Москва, рейс в порту объявляют. Сахалин, Москва, пристегнули ремни. Сахалин, Москва, я опять улетаю из далеких мест, где когда-то росли. Сахалин, Москва, рейс в порту объявляют. Сахалин, Москва, пристегнули ремни. Остров мой родной, я тебя покидаю, я к тебе вернусь, ты меня только жди. Сахалин, Москва, рейс в порту объявляю. Сахалин, Москва, пристегнули ремни. Сахалин, Москва, я опять улетаю из далеких мест, где когда-то росли. Сахалин, Москва, рейс в порту объявляю. Сахалин, Москва, пристегнули ремни. Мой родной Шахтерск, я тебя покидаю, я к тебе вернусь, ты меня только жди. Мой родной Шахтерск, я тебя покидаю, я к тебе вернусь, ты меня только жди. Ну что ж, надеюсь, песня вам понравилась. Валер, тебе понравилась песня? Конечно, понравилась. Мечтал давно с тобой спеть про песню про нашу родину. У нас там получилось. Поэтому с тебя лайк в Ютубе и в Одноклассниках, ну и вообще везде. И с вас тоже обязательно ставьте лайки, делайте перепосты и обязательно комментируйте. Очень важно знать ваше мнение по поводу этой песни. Ну а если вы автор, то присылайте свои песни на почту hit@mahor.ru, причем в любом жанре будем все рассматривать, а то, что понравится, исполним. Ну а пока, пока!
Друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Семишевский, и вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Раз в неделю я буду выгружать ролики, а ваша задача – выбрать лучшие песни путем лайков, комментариев, перепостов. Обязательно пишите ваши отзывы. Я стараюсь читать абсолютно все, потому что мне очень важно знать ваше мнение. Может быть, вам не нравится какая-то фраза в песне, может быть, аранжировка, может быть... моя розовая кофточка, может быть, место съемки. В общем, пишите, я хочу сделать проект лучше. А это можно сделать только с вашей помощью. И напоминаю, главный приз у нас 300 тысяч рублей. Сегодня прозвучит песня бывшего участника проекта «Народный махор» Андрея Качкина. Написал он ее в 2016 году на 15-ю годовщину свадьбы. Песня про счастливую и взаимную любовь. Ну что ж, готовы? Давайте послушаем. Догорают свечи в тишине ночной, и в ненастный вечер мы вдвоем с тобой. Улетают в небо с криком журавли, провожая взглядом их с тобою мы. Словно два крыла мы не землей летит созвучно эхо, эхо, эхо нашей любви, эхо, эхо, эхо нашей любви. Пролетают годы ухом тополей, только мои чувства с каждым днем сильней. Ты меня покрепче просто обними, сразу станет легче от твоей любви. Словно два крыла мы не разлучны, ты позови. Песни над землей летит созвучно эхо, эхо, эхо нашей любви. Крыла, словно два крыла, мы неразлучны. Буду я с тобой, ты позови. Песни над землей летит созвучно. Эхо, эхо, эхо. Ну что ж, Андрею хочу пожелать победы и долгих лет семейной жизни. И напоминаю, что лучшие песни войдут в мой новый альбом и прозвучат на большом сольном концерте в Москве.
А главный приз у нас 300 тысяч рублей. И если вы пишете песни, неважно в каком стиле, сколько вам лет и где вы живете, присылайте их на мою почту hit@sobakamohor.ru. И, возможно, вы станете победителем нашего народного проекта. Всем пока, увидимся на следующей неделе. Всем привет! Меня зовут Ярослав Семишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Каждую неделю я буду исполнять песни, а ваша задача выбрать победителя путем просмотров, лайков, перепостов и, конечно же, ваших комментариев. Лучшие песни я включу в свой альбом и исполню на большом сольном концерте в Москве 18 октября в Крокус-Сити-Холле. Сегодняшний выпуск я снимаю в гостинице, потому что на гастролях возможности приехать домой и снять в своей студии нет. И, ну, может быть, это и к лучшему, потому что сегодня в качестве народного жюри вместе со мной группа Махор Бенд. Они здесь, давайте им поаплодируем. То есть поаплодируйте сами себе. Сейчас я исполню песню на стихи Игоря Недельна и музыку Юрия Бажина. По их утверждению, они нашли формулу хита. Дело в том, что в припеве должно быть как можно меньше слов. Я думаю, что им это удалось. И сейчас на ваш суд прозвучит песня, которая называется «Зачем?». И на суд группа Махор Бенд. Вы готовы? Да. Поехали! Горящей свечой оплавила любовь ягодой раздавлена, рубашка моя в крови. Зачем ты меня ославила и как исключение исправила? Любить ты себя заставила или не было той любви? Зачем? Наверняка вы сейчас задаетесь вопросом: зачем? Зачем? Зачем я сейчас исполнил эту песню? Да только лишь для того, чтобы вы мне сказали, действительно ли
авторы этой песни нашли формулу хита. Пишите свои комментарии и отзывы. Увидимся на следующей неделе. Пока. Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Главный приз — 300 тысяч рублей, ну а лучшие песни я включу в свой новый альбом и исполню на большом сольном концерте 18 октября 2020 года в Крокус-Сити-Холле. Вы знаете, мне кажется, что наш проект набирает популярность, потому что заявки присылают уже известные авторы. Вот в сегодняшнем выпуске принимают участие песня Александра Самойлова и Елены Савельевой. Александр Самойлов известен по песне «Спокойной ночи, господа», которую я исполнил на трех аккордах. Ну, а Елена Савельева, я исполняю песню «Моя чужая». Те, кто был на моих концертах, наверняка знают и слышали эту замечательную песню. Многие спрашивают, почему только медленные песни исполняем в проекте. Ну, к сожалению, почему-то присылают в основном только медленные. Но вот сегодня будет исключение. Сегодня быстрая цыганская песня. Называется она «Не судьба». Давайте послушаем, только обязательно, и потом прокомментируйте. Очень важно знать ваше мнение. Поехали. «Не судьба», — кричало небо, — «не судьба». Сколько боли между нет и да. Между нет и да. Не найти пути. Под шатром небес плачут журавли. Как цыганка любит, лучше бы не знать. Как умеет песни согревать. Полюбил красивую, вот беда. Ведь в ее душе воля навсегда. Под трепет звезд шальной цыганской ночи я нежно обнимал цветок луны. А жаркий взгляд, сапфировые очи околдовали все мои мечты. И крочерующие гитары, звон манит шелков пожар. Цыганки танец смелый огонь дарил, а сердце пело. Торопилась ночь за утренний туман, и погасли все костры цыган. Убежала прочь, счастье забрала. От огня любви пепел до зола. Не судьба, кричало небо, не судьба. Только боли между нет и да. Между нет и да. Не найти пути. Не смогла любовь сердце обойти. Под трепет звезд шальной цыганской ночи я нежно обнимал цветок луны. А жаркий взгляд, сапфировые очи околдовали все мои мечты. И крочерующие гитары, звон манит шелков пожар. Цыганки танец пылкий смелый огонь дарил, а сердце пело. Сердце пело. Ну что ж, Александру и Елене я желаю удачи. Обязательно комментируйте, делайте перепосты, лайкайте. Очень важно знать ваше мнение. А если вы автор песен, причем пишите в разных стилях, неважно в каком, обязательно присылайте свои песни на почту hitsobaka.mahor.ru, и, возможно, я ее исполню и в будущем включу свой альбом.
поэтому и вы выиграете 300 тысяч рублей. Ну а пока, пока, до свидания. Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Каждую неделю я исполняю песни, а ваша задача выбрать лучшую путем лайков, просмотров, комментариев, перепостов, конечно же. И самые классные произведения я исполню на своем сольном концерте, большом сольном концерте 18 октября в Крокус Сити Холле. И также включу их в свой новый альбом. В сегодняшнем выпуске примет участие песня. Называется она «А мы с тобой». Музыку написала Мария Богомолова, а текст Ирина Мишина. Сейчас хотелось бы немного об Ирине рассказать. Она прислала песню на наш конкурс и рассказала себе, что была номинирована на звание «Лучший поэт года» и принимала участие во многих телевизионных конкурсах в качестве члена жюри. Является членом Союза писателей Северной Америки и признан лучшим поэтом-песником 2019 года, где бы вы думали, во Франции. Сейчас я уже готов исполнять эту песню, но хотелось бы представить, сегодня еще я не один здесь, вместе со мной будут, назовем их членами народного жюри, Александр и Сашенька. Ну что ж, давайте послушаем песню. Ты ко мне в гости во сне приходила, всю ночь с тобой о счастье мечтала. Ты нежную страстную ночь подарила, на крыльях любви во сне я летал. Я нужен тебе, скажи, не молчи, как всегда прошептал мне «да». От радостной вести сердце стучит, это сон или мечта? Давай мы просто посидим в сплетении наших рук. Боюсь во сне я потерять ту ниточку любви. Боюсь проснуться без тебя. Ты только приходи. Во сне ко мне снова ты в гости. Нежно слова любви. Скажи, что ты любишь и помнишь, как я всю душу и ласку дарил для тебя. Путь млечный пройду и к тебе прилечу, принесу свой любовный настой. О счастье любви я тебе расскажу, и мы вместе выпьем его. А мы давай мы просто посидим в сплетении наших рук. Боюсь во сне я потерять ту ниточку любви. Боюсь проснуться без тебя. Ты только приходи. Сидим в сплетении наших рук. Боюсь во сне я потерять ту ниточку любви. Боюсь проснуться без тебя. Ты только приходи. Ну что ж, друзья, ваша задача, напоминаю, оценить песню. Главный приз у нас 300 тысяч рублей. И если вы пишете песни, то обязательно присылайте их на нашу почту hit@mahor.ru. И увидимся на следующей неделе.
Пока. Приходи. Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, и вы смотрите проект «Народный хит», в котором ищем талантливых авторов песен. Раз в неделю я буду исполнять произведения и выгружать на своем канале. Ваша задача – выбрать лучшие песни, которые я включу в свой новый альбом и исполню на большом сольном концерте в Москве. Начнем мы с песни, которая называется «Жарит». Написал ее Игорь Горчаков. Он работает в Казанском юридическом институте Министерства внутренних дел Российской Федерации. А также он заслуженный артист Республики Татарстан. Давайте послушаем, что он пишет. Поехали! Небо затянуто серыми тучами, стали с тобой мы невезучими. В раз два часа обещание смоет дождем. Что же нас ждет там за туманами? Берег чужой с другими обманами. Может, не стоит, может, еще подождем. В сердце пламя жарит и жарит, жарит и жарит мне кровь. Сколько стоит? Скажи, сколько стоит наша с тобой любовь, любовь? Мысли меняются, переключаются, но ничего не получается. Может, ты скажешь нет, может, все-таки да. По течению ты преднамеренно тянешь меня, не своевременно, нет, говоришь, и сводишь с ума. В сердце пламя жарит и жарит, жарит и жарит мне кровь. Сколько стоит? Скажи, сколько стоит наша с тобой любовь, любовь. Ну что ж, если вам понравилась песня, не забывайте комментировать, ставить лайки, делайте перепосты и обязательно подпишитесь на мой канал. Канал называется Ярослав Сумишевский. Главный приз у нас 300 тысяч рублей. Но самое главное, это, конечно же, народная любовь и признание. Увидимся на следующей неделе. Пока! Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Каждую неделю я записываю произведения, ваша задача – выбрать лучшую путем просмотров, лайков, перепостов, ну и, конечно же, обязательно комментируйте. Лучшие песни я исполню на своем концерте в Москве 18 октября в Коркус-Сити-Холле, а также включу их в свой новый
альбом. В сегодняшнем выпуске принимает участие песня моего давнего друга Славы Благова. Он написал много песен для меня, такие как «Любимая женщина», «Третий день», «Дороги». И он тоже решил принять участие и прислал одну из своих песен. Надеюсь, что вам понравится. Называется она «Одной дорогой». Нас разбросало по свету в разные города, и между нами легла тишина. Думал, что больше не встречу я тебя никогда, но подарила нам шанс судьба. Я сказал тебе привет, ты заплакала в ответ, обняла, объявили рейс, но вот ты билет на самолет порвала. Бывают встречи, которые мы очень ждем, и может сразу не поймем, что до любви совсем немного. Но задержавшись до утра, мы понимаем, что пора нам идти одной дорогой. Ты покоряла вершины, видела океан, но счастья там своего не нашла. Ждали меня по работе много далеких стран, но изменила маршрут судьба. И теперь нас не найти, мы с тобой так далеки ото всех. И настроим вновь и вновь свое сердце на любовь, на совсем. Бывают встречи, которые мы очень ждем, и может сразу не поймем, что до любви совсем немного. Но задержавшись до утра, мы понимаем, что пора нам идти одной дорогой. Совсем немного, но задержавшись до утра, мы понимаем, что пора нам идти одной дорогой. Ну что ж, надеюсь, что вам песня понравилась. Не забывайте делиться этим роликом со своими друзьями. Обязательно комментируйте, очень важно знать ваше мнение. И хочу напомнить, главный приз у нас 300 тысяч рублей. И если вы автор и пишете песни, обязательно присылайте на мою почту hit@mahor.ru. И увидимся на следующей неделе. Пока! Всем привет! Меня зовут Ярослав Семишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Раз в неделю я буду выгружать ролики, а ваша задача – выбрать лучшую песню путем просмотров, комментариев, лайков, конечно же, перепостов. И главный приз у нас – 300 тысяч рублей. И лучшие песни я включу в свой новый альбом и исполню на большом концерте в Москве в этом году. А концерт пройдет 18 октября в Крокус-Сити-Холле. В сегодняшнем выпуске примет участие песня «Стрелки на часах» Андрея Тюрина. Написал он ее ровно год назад. Андрей не просто любитель, он был дважды номинирован на национальную литературную премию «Поэт года» Союзом писателей России. Вот так. Давайте послушаем, что он пишет. Ночь села у дверей в свете фонарей. Я твои шаги слышу, ты не спешишь ко мне, ветер по земле
разбросал клочки писем. Ты не ждешь меня, но я загляну в твое окно, потому что без тебя невозможно. Словно стрелки на часах, время на двоих одно. Разбежаться тяжело, очень сложно. Край света далеко, только не для нас. Вместе мы как две птицы, но стало нелегко нам с тобой сейчас. Ну что ж, мне кажется, хорошая песня. И хочется знать, что думаете вы. Обязательно комментируйте под этим видео. Я все комментарии читаю. Мне очень важно знать ваше мнение. А если вы пишете песни, причем неважно в каком стиле, в каком городе живете, и хотите поучаствовать в этом проекте, обязательно присылайте их на почту hit@sobakamohor.ru. И увидимся через неделю. Пока! Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Я эти песни исполняю, выкладываю на своем канале в Ютубе, а ваша задача, конечно же, это выбрать лучшую путем лайков, просмотров, перепостов, комментариев. Главный приз у нас 300 тысяч рублей. Лучшие песни я включу в свой альбом и в новый альбом, естественно. И также исполню на своем большом сольном концерте 18 октября в Крокус-Сити-Холле. В сегодняшнем выпуске принимает участие песня Валерия Марина. По его заверению, проект «Народный махор» помог ему вернуться в музыку, а также помог познакомиться с прекрасной, очаровательной девушкой, с которой он провел 6 незабываемых часов, когда приехал в Москву. И благодаря этому событию он написал песню, которая так и называется «6 часов». Давайте послушаем. Заглянув тебе в глаза, понял, что не все сказал. Оглянулся в прошлое, грустью заборожена. Трепет в сердце и душе породил смятение. Теплый взгляд, и вот уже замерла. Мгновенье, 6 часов вдвоем. Нет нежней твоих прикосновений. 6 часов вдвоем. Не забыть мне
понимаю, что влюблен. Счастье, где ты рядом, я надеждой окрылен под твоим волшебным взглядом. Тревожит слух, породил сомнения, словно тополиный пух, унеся во времени, где, как прежде, обрела сон влюбленно искренний, где надежда жила вновь мечтой немыслимой. Нет нежнее твоих прикосновений. Шесть часов вдвоем, не забыть мне тех мгновений. Понимаю, что влюблен. Счастье, где ты рядом, я надеждой окрылен под твоим волшебным взглядом. Тех мгновений понимаю, что влюблен. Счастье, где ты рядом, я надеждой окрылен под твоим волшебным взглядом. Шесть часов вдвоем, понимаю, это очень мало. Шесть часов вдвоем, сердце без тебя устало. Понимаю, что влюблен. Счастье, где ты рядом, я надеждой окрылен под твоим волшебным взглядом. Вот таким вот образом проект «Народный махор» меняет жизнь людей. А поменяет ли его жизнь проект «Народный хит» — решать только вам. Комментируйте, делайте перепосты. Очень важно знать ваше мнение. И если вы автор песен и пишете их, неважно в каком стиле, присылайте на нашу почту hit@mahor.ru. И увидимся на следующей неделе. Пока! Всем привет! Меня зовут Ярослав Сумишевский, вы смотрите проект «Народный хит», в котором мы ищем талантливых авторов песен. Раз в неделю я выгружаю ролики, а ваша задача – выбрать лучшие песни путем лайков, перепостов, просмотров, конечно же. И не забывайте писать комментарии, ваши отзывы. Для нас это очень важно. В сегодняшнем выпуске примет участие песня Ильи Алдакова «Богиня». Этой песне уже 2 года, он ее предлагал Киркорову, но, к сожалению, ему ответили, что для него это уже пройденный этап. В 2019 году Илья побывал на моем концерте в Южно-Сахалинске, и когда он узнал, что я запустил проект «Народный хит», он, не раздумывая, прислал ее мне. Давайте послушаем. Когда погаснет последний день, и между нами не станет слов, я вдруг пойму на одно мгновенье, мы стоим напротив двух берегов. Когда останется легкий след и тихий шорох твоих шагов,
Я вдруг пойму, что дороже нет на свете той, что пришла из снов. Но ты осталась богиней чужого неба наивного. И даже холод осенних дней померк под тенью души твоей. И я прошу, помоги мне не помнить имени милого. Я каждый день о тебе молю, ведь я так сильно тебя люблю. Когда погаснет последний день и ты останешься между строк, я вдруг пойму, на одно мгновенье мы идем по краю разных дорог. Когда приходится вольно плыть, пока куда-то несет поток, я верю в счастье опять любимым быть тобой, раз никто не смог. Но ты осталась богиней чужого неба наивного. И даже холод осенних дней померк под тенью души твоей. И я прошу, помоги мне не помнить имени милого. Я каждый день о тебе молю, ведь я так сильно тебя люблю. Осталась богиней чужого неба наивного. И даже холод осенних дней померк под тенью души твоей. И я прошу, помоги мне не помнить имени милого. Я каждый день о тебе молю. Но ты осталась богиней чужого неба наивного. И даже холод осенних дней померк под тенью души твоей. И я прошу, помоги мне не помнить имени милого. Я каждый день о тебе молю, ведь я так сильно тебя люблю. Ведь я так сильно тебя люблю. Ну что ж, напоминаю, что судьба песни в ваших руках. Обязательно ставьте лайки, комментируйте. И напоминаю, что главный приз у нас 300 тысяч рублей. А лучшие песни войдут в мой альбом и прозвучат на большом сольном концерте в Москве в этом году. А если вы пишете песни и хотите принять участие в нашем проекте, присылайте их на эту почту. hit@mahor.ru. Пока, до следующей недели.